конце нашего мастер-класса вы сможете расписать тарелки, которые потом можно получить в готовом виде. Вот. Сейчас я сделаю одну из таких тарелок. Скорость. Последнее, что мы делаем, это опускаем края тарелки. Ну, а у нас готов для розыгрыша. Теперь специальным нашим инструментом поднимаем. Вы заметили, что я приклеил эту подставочку, видите, для того, чтобы не срезать, а вместе с подставочкой снять, она тогда целее будет. Я ее поставлю, наверное, сюда. Берем очередную подставочку, ставим, приклеиваем и делаем еще один тарелочек. Сначала мы длину поднимаем, опускаем. Я это называю подружиться. Мы проминаем и выбиваем из нее оставшиеся пузырьки. Расписывать мы будем сегодня под глазурной росписью, называемой роспись ангобами. Это вот в этих баночках есть глина, которая подкрашена специальными красителями, которые не выгорают при высокой температуре, больше 1000 градусов. Состоят эти краски в основном из той же глины, из которой мы лепим, поэтому при усадке, которая составляет почти 10%, краска не отстанет, держаться. Вчера, кстати, мы проводили мастер-класс, вот наши ученики их не изделия, видите. Делаем стаканчик с толстыми стеночками, которые потом, видите, ложится, например, в тарелочку. Да? Специально сделаю все тарелки разными немножко, чтобы каждый смог выбрать себе по душе. Штучки сделаю, Лариса. Я 5 и планировал. Если какие-то вопросы есть, вы задавайте. Скажите, можно точно так же делать? Лет. Через сколько лет вы сможете точно так же делать? Сразу. Да. Сразу. Я очень неспособный, мне понадобилось 23 года. Вам, я уверен, меньше, потому что, когда я начинал, не было ютуба, не было мастер-классов, не было гончарных кругов, ничего не было. Чистый дзен. А глину приходилось, ну, скажем прямо, воровать. Я согрешил. Брал глину,
на развалившемся заводе керамической плиты. Там же специальная плита? Да. Какие-то тоже, это специальная глина. Вот она. Специально добывается, очищается. Тут кроме глины ничего нет, только глина. Но определенные сорта принимают участие. Значит, насчет обучения. Обучение мы занимаемся с 2000 года. Учим, каждый день проводим. Мастер-классы индивидуальные, групповые. Но это, допустим, если вам нужно в Днепр, да, приезжать? Ну, если здесь собирается публика, как, например, на этой выставке, мы приезжаем куда угодно, даже в Шанхай приезжаем. А в ближайшее время? Ну, понимаете как, у нас очень много мастер-классов проводится у себя, поэтому специально мы не подготавливаем такие мастер-классы в других городах. Если в других городах организовывают смысл приехать, мы приезжаем, как правило. Но сами организации не занимаются. Нужно, чтобы было место, время, кто-то, кто соберет эту группу. Или индивидуально, пожалуйста. У вас в Киеве тоже есть гончары. Есть же гончары? Естественно. Цветные глины тоже бывают, конечно, отвечаю на ваш вопрос. Вот. В Украине очень много самых разнообразных глин. Вот. И все они хорошие, но какие-то больше подходят для гончарного производства, какие-то меньше. Те, которые красножгущиеся, они, их температура обжига ниже. Для посуды это не очень хорошо, и они более пористые. Вот эта глина, она спекается в достаточно плотную массу, и это здорово для посуды. Давайте какую-нибудь тарелочку сделаем еще цветной. Возьмем сейчас, может кто-то захочет потом. А вы были на выставке Марии Примаченко? Это здорово, правда, я под впечатлением. Так, неравномерно покроем. И вымоем руки. Сейчас мы узнаем, если Лариса сейчас не будет начинать, то я чуть-чуть подсушу, просто чтобы уши не упали, потому что начнут рисовать, оно и так мокренькое, оно может упасть. Чайник будем быстро делать, нам тоже необходимо понадобится, чтобы по-быстренькому все делать. Просто экономить время. Чайник. Мне нужны будут помощники. Есть желающие? Хорошо. Вот, мы сейчас отнимем лишние пузырьки. Чайник, как вы думаете? Что в чайнике самое эротичное? Нос. Носик. Поэтому мы начнем с носика. Возьмем и сделаем. Большой, да?
надо, чтобы краешек был не такой тонкий, чтобы нелегко отбивалось. Осики разные бывают. Приехали сюда, не поленились, и у вас есть уникальная возможность.